Более 2 миллиардов долларов за 8 лет Евразийский банк развития вложил в экономику нашей страны. Промежуточные итоги его работы обсудили сегодня в Акурде. На встрече с руководством финансового института Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что наша страна положительно относится к намерению банка по расширению своей деятельности, увеличению капитала, а также включению новых членов. В свою очередь, Игорь Финогенов рассказал о работе с банками второго уровня по развитию финансирования малого и среднего бизнеса. Он также отметил, что планируется выпуск ценных бумаг. Это позволит увеличить финансирование проектов в национальной валюте. За эти годы было вложено более 2 миллиардов долларов в экономику Казахстана. Были реализованы 28 проектов, которые имеют важное значение для экономики Казахстана, поскольку они представляют такие важные отрасли, как электроэнергетика, транспортное машиностроение, химическая промышленность. Сейчас у нас на рассмотрении находится еще 28 проектов, и мы будем дальше активно работать.